Дорогие наши ветераны, уважаемые друзья, еще раз от всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Победы. Идут годы, но 9 мая остается самым величественным и самым дорогим праздником, который мы всегда встречаем с радостью и волнением, с глубоким осознанием колоссального масштаба этого исторического события и с гордостью за наших отцов, за наших дедов, разгромивших нацизм. В эти дни мы ощущаем особую силу общественного единства. Нас объединяет священная память о героях, известных и безызвестных. Объединяет великая благодарность вам, дорогие ветераны, преклонение перед поколением победителей. Вы хорошо знали, что жизнь во время войны может измеряться буквально минутами, а то и секундами, но ничего не жалели ради победы. И показали, что значит быть настоящими гражданами своей страны. Доказали всему миру, что любовь к своему отечеству сильнее жестокого врага. И что в суровое военное время народ достигает свободы через единство, через жертвенное преодоление всех испытаний. Вы совершали невозможное и на фронте, и в тылу, делились последним, были милосердны и терпимы. 2000 эвакуированных родным домом стали, для тысяч эвакуированных родным домом стали Поволжье и Урал, Сибирь, Дальний Восток, Республики Средней Азии и Закавказья. Все жили тогда единой семьей. И главными ценностями были взаимопомощь, взаимопонимание, сострадание, стойкость и фронтовое братство. Такая сплоченность многонационального, многоконфессионального народа – величайшее наследие победы. Сохраните и укрепите его наш сыновний долг. Долг перед всеми, кто отстоял Родину, кто принес свободу народам Европы, кто избавил мир от нацизма. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Позвольте предложить тост за солдат-победителей, за процветающую и сильную Россию, за великую победу.